В этом видео мы хотим показать вам, как создать ваш собственный паттерн тренировок дыхательной гимнастикой в приложении Prana Breathe. Для этого перейдем во вкладку «Управление» или же меню «Управление». И здесь мы можем создать новый паттерн тренировки, нажав на плюсик в правом нижнем углу. Здесь мы можем ввести имя нашей новой тренировки. Например, для меня это йога. Окей. Далее мы можем поставить нужное соотношение дыхательного цикла. Например, я ставлю 1 к 4, к 3, к 2. Окей. Помним, что мы всегда можем изменить это соотношение, просто нажав на это меню. Как мы помним, для тренировок предустановленных этого делать мы не можем. Далее мы выбираем количество секунд в единице пропорции и время, которое мы можем посвятить тренировке на данный момент времени. И начать ее, нажав кнопку Play. Если нам нужно редактировать имя данной тренировки, мы нажимаем на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу. Если нам больше не нужна данная тренировка, мы всегда можем ее удалить, нажав на кнопку «Удалить». Вот и все.